Карелию. Дорога нас ротовала. Маленький перекур. Красота, природа здесь, конечно. Лагдампохский район. Грибов полно. Грибников по дороге валом. Все стоят, останавливаются. Собирают, ведрами ходят. Сейчас и мы найдем. Чем мы не грибники? В Карелии быть и грибы не найти. Это не наш метод. Запах какой. Мы в Приозерске. Приозерские утки к нам идут, плывут. Возле знаменитой крепости Курела. Пойдем сейчас посмотрим на нее. Заехали сюда, чтобы увидеть то самое место, где снимали. Где снимался эпизод фильма «Брат». Будем сейчас сниматься, как в фильме «Брат». В чем сила, брат? Дождик, дождик, дождик. Настоящая питерская погода. О! Хорошо, еще не зима. В деньгах, брат. Тысяча 795. Кувшинки. Прохладно, несмотря на август. Что мы в Карелии, так и будем мерзнуть. Курела. По-моему, как-то так в начале фильма, да, было? Тоже озерцо. Оттуда брат выходил. И здесь, возле стены, снимали фильм с полуобнаженной девицей. Северный олень. Карельский. А, дочь? Травку щиплют. Карельская природа. Запахи, конечно, обалденные.
У нас такие бывают только осенью, когда дождиков много. О, еще один хуенький олененочек. У них рога, знаешь, какие приятные на ощупь, они такие бархатные. Девочки, пошли, пока дождя нет. О, он, Виолет, примани его. Поганка самая обыкновенная, вот. Что, грибы? Грибы? Это поган, да не поганка это. Дерево жизни. Как кисловодки, да, Егор? Ну, помнишь, мы ходили тоже под, под дождем. Не другую. Туда нельзя вылазить, тут волки. Не медведи. Ни хера себе, ты что потом подниматься обратно? С другой стороны маршрут, ты не видел стрелки? Маршрут, начало маршрута здесь. Да, люди вышли за медведей от волков. Спасаться чем? Ну мы же вот уже идем в огороженной штуке. Не надейся, что там будет уйти. Не думаю то, что медведи это хотя бы остановят. Река Ихаланиоки. Ёб твою мать. Откуда в Карелии бананы? Это вопрос. Чё она такая красная? Она не фу, Виолет, это какая-то порода или что-то течет. Это может, песок красный. Не может быть такая, она просто грязная. Она грязная. Не, я такая посмотрела, потому что там что-то коричневое было. Но рыбы не видать. Форели. Какая она коричневая. Не такая, как у нас. Кто знает, почему она коричневая? Пишите срочно в комментариях. Я прям вообще не пойму, почему она такая. Не знаю вообще даже.
я понимаю, что она чистая. И там горная и все остальное. Но почему вот такого цвета? Интересно же. Напоминает нашу Адыгею. Но только немножко другая природа. Красота. Красота. Куда идем с пятачку? Большой. Прогулялись до водопадов. По пути на Сартовалу есть съезд вправо. Какие-то водопады. Ну, водопады это пока есть. Так. По сравнению с тем, какие у нас водопады. Ну, на Северном Кавказе. Но все равно красиво, что. Это больше горная река с порогами. Классно прогулялись по лесу, свежий воздух. Цвет интересный будет тут. Да, цвет воды необычный. По сравнению с нашими краями. Надо загуглить, почему она такая красная. А нам сейчас напишет в комментариях, красна. Тоже попросил. А, ну да. Глянь, грибочков сколько. У-ху-ху. Грибов много, грибников много. Ягод. Влажность классная, здесь вообще дышится хорошо. Прохладно. Так что едем дальше. Решили сходить к озеру посмотреть, что там у нас за озеро. Какой там к нему подход. И можно ли там искупаться. Вообще классно. Погода шикарная сейчас. Ветер стих. Он был не сильный, но все равно. Дождик прошел. Просто космос. Тишина. Красота вокруг. Домишки везде сдаются однозначно. Вот этот домик, да? Красиво, прикольно, лужайка возле него. Ай, елочки вокруг. Этот лучше по-любому. Нет, этот, знаешь, куда отсыпи. Ого, так тут, блин, до озера идти вообще смешные метры. Вау, еще лодочки стоят. Вообще кайф. Ай, какой запах. Финляндию. Вон рыбачок сидит. Да нет, внизу, посмотри, нет? Блин, так круто. Ванька. Ты действительно хочешь прыгнуть? Да. Я только успел. Вань, ну не получилось. Ах! Ах, батюшки! Приехали перекусить в ресторан Ламберг на берегу озера в Сартовале. Тут целый комплекс. Идем
в лес по грибы, тут домики вроде как заброшенные, а может и не заброшенные, поглядим. Не, наверное, не заброшены. Слышна река. Видел, сколько их греется? Мелюзга. Что за грибы, кто знает? Да, я видел. И вот. Кто знает, что это грибы? Нет. А обратно будем идти, они там будут сидеть. Ху-ху-ху, речка. Вот они, местные карельские водопады. Рябина. Вау! Блин, а чувак живет прям рядом с этим водопадом, да? Красотища, да? Вот она настоящая карельская природа. Чтобы ее увидеть, надо обязательно выезжать куда-нибудь. Такие вот места диковатые, дикие. Не везде она такая. В простых деревнях, городах этого особо незаметно. А вот так вот выезжаешь сразу. Понятно. Кто, где, что, куда и зачем. В лесу долго ходить. Смотри, как красиво тут, блин. А почему уровень воды рисуют, что был выше раньше, нет? Раньше был выше, ведь потом вот от воды вот, где-то вот в лапке, где-то вот
Идем по необитаемому острову. Прогулки по шхерам, нас высадили. Идем, изучаем. О, сапы! Поплывем на сапах, котенок. А? Наверное, не сегодня. Не сегодня? Ладно, как-то опасненько на сапах-то. Нет, штормит. Здесь тихо. Последние зубы вот туда. Мне кажется, защита такое, что страшнее. Главное туда или туда? Туда. Йоллапиле. Остров где-то в ладожских шхерах. Нас высадили прогуляться полчасика. Класс. Природа вообще класс. Круто. Все такое интересное, необычное. Надо где-то уединиться, оставить память о себе. О, тут уже кто-то оставил до меня. Как обычно. Гады такие. Смотрите, еще покажу. Тропинка, спустился. А здесь болото. Вода все мягкая. Я просто слез с такой вот каменной горы. И сейчас здесь утону. Так что будьте аккуратны и осторожны. Шаг влево, шаг вправо. Вот видите, просто тропинка. Казалось бы, земля, трава, деревья, а это нет. Это все болото. Ужас. Я чуть не испугался. Сейчас покажу вам Валаам. Спасибо.
или ёлепли? Где Влам? Да не видно его отсюда. Егор, ты же не медведь? Кстати, я вижу вон там вот шишку. Там? Ну что, ты полезешь туда, в обрыв? Сядь, Майк, вот тут. Я сяду, сейчас стою, потом. Сейчас стой, потом сяду. Конечно. Что за ягода? Я уже попробовал. На свой страх и риск. Костяника. Или что? Дойду я до дома или нет? Красотища. Уже вода цвести начинает. Правда, сказали, в этом году поздно. Обычно в конце июня уже зацветает. Погнали. Рябины везде. Уйма. Рви не хочу. Больше ничего нет. Меня уже ищут. Шхерский туалет. Типа сортир. Класс. Вот теперь я природу Карелию сполна увидал. А то так просто не узнаешь, не поймешь. Уровень воды был выше. Закрывал его. Куда вы полезли, э? Они вот так пошли. Ноги сюда. Игорь, сюда иди. Вот сюда, Егор. Ну что, очередная галочка. Да. А где Виолетта? Рыбаки, да?
это же необитаемые острова. Да, необитаемые. Ну это осенью просто, знаете, рыбаки получили кто? Сетки поставили, вот на карте, и сидят, все другое, все вышел портом, не понял. Мог бы с пристани стоять, стрелять. Да, да, тут еще больше. Это еще полиция едет. А это кто? Это гипс. А те у нас, те у нас будки, я не говорю. Полиция у нас дорожная? Будки. Нет. Как это? Ну, полиция на воде. А кто вам позвонил, что вы мешаете? Подружный. Позвонил бы. Друг. Уже поздно. Это все поздно, уже все списали. Хотя, если честно, я не превышал. Ням-нямка. Ням-ням. А вон тут что? А кто-нибудь из ручки хочет? Они за друг друга гоняются, типа гоняют. Папа, смотри, сейчас из руки будет за королей. Смотри! Она сейчас из руки будет. Нет, она не будет, она думает, что ты кинешь. А, что ты? Нет! Ну кидай еще, они же кушать хотят. У него с руки тоже давай. Еще. На, на, на. Мне кажется, все за хлеб дерутся аж. Ты смотри, кому не давал, а то и кидай. Буду подальше. А кто-нибудь из ручки еще хочет покушать? Нет, я не боюсь больше, чем она у меня. Нет, я не хочу. Она так не стабильна. Я вот... Натя, блин! Натя! Бля, душа, да?